Всем привет! Сегодня с лучшим коммунальным предприятием КП ДЭУ мы начинаем делать удобные спуски на пешеходный переход возле Сельпо и тротуары при подходе к этим спускам. Смотрите, вот здесь на подходе уберем ямку, все выровняем. Здесь будет удобный спуск, чтобы можно было на велосипедах, на колясках людям с такой ограниченной мобильностью передвижения на ходунках, на инвалидных колясках. И здесь то же самое. Занизим бордюры, здесь будет разуклонка, и всю вот эту часть сделать по-человечески, без луж, без трещин, без провалов. Письмо, примитивная схемка на выполнение. И вот спустя 2 дня вот такая красивая подготовка готова. Сделали занижение, полностью щебневую подушку, приподняли уровень везде, чтобы теперь вода стекала в стороны. В общем, с одной стороны основание готово. Теперь точно такое же надо выполнить с той стороны и положить ровненький асфальт. С лучшим коммунальным предприятием КП ДЭУ сегодня мы начинаем... Да тихо, Дамир, ничего не слышно.